Thank you.
encima. Thank you.
композиция называется «I swear». Клянусь. Thank you.
следующая композиция есть тоже в живом варианте на диске. Она называется «Up Chillin».
Спасибо. Тоже есть на диске, называется она Фантом Моджа. Немножко оттягиваем время, потому что у нас одна из вокалисток только приехала. Вот. Инструментальный блок уже заканчивается. Нам нужно время немножко. Thank you.
Спасибо. Ну и последняя песня инструментального блока, после которого будет короткий, буквально 5-минутный перерыв. И после этого мы пригласили наших прекрасных девушек, чтобы исполнить вторую часть программы концерта сегодняшнего. Песня следующая старая, одна из первых, которую мы сделали вместе. Ее нету на альбоме. Она называется «I Like to Please». Thank you.
Спасибо. И наши дамы приехали. 5 минут перерыв, и мы сыграем песню. Мы продолжаем наш вечер. Хочу пригласить на эту сцену наших прекрасных вокалисток Маргариту Калинку и Нату Мелоди. Прошу приветствовать. Добрый вечер. Здравствуйте. Thank you.
Такие люди здесь есть.
кавер на песню Билли Холидей «Don't Explain», которую мы писали совместно с Полиной Касьяновой. Прошу приветствовать НАТО, который есть у нас сегодня. Спасибо. Hush now, don't explain, just say you remain. You're back. Don't explain. Don't Спасибо.
давайте разрядим ситуацию. Thank you.
светлой грусти. Хочется посвятить эту песню одному моему хорошему знакомому, которого нет с нами. Но не хочется, чтобы это воспринималось как что-то прям ужасное, а наоборот, хочется посвятить ему эту песню, чтобы передать то настроение доброты, какой-то легкости и заботы, которую чувствуешь, когда с ним общаешься, когда была возможность с ним общаться. Ну, изначально эта песня была посвящена ему, но сегодня очень хороший повод отметить творческий жизненный путь этого человека. Называется эта песня «Save», то есть «Сохрани». Сохрани в памяти лучшие моменты. Bye.
сейчас я тоже повезу. Но в этой истории все кончилось хорошо. Всем все понятно, если честно. А? Классно? И нам тоже. А, Purple Haze называется. Сиреневый туман. I sing me to ride.
хорошо еще раз приветствовать наших прекрасных вокалисток Криду Калинку и Натру Мелоди. На сцене группы Бунтиджея, ударные Василий Каин. Бас-гитара Кирилл Джалалов. Гитара Владимир Меч. Что мы с весны не собирались вместе, и у нас нету больше композиций новых. А по-хорошему, конечно, играть то же самое не очень правильно. Ну, давайте сыграем какую-нибудь песню. Песню. Кавалеров, это их последний шанс. На сегодняшний вечер. Но на самом деле, по-моему, это самая любимая песня у наших фанатов, то есть наших друзей. Ну, друзей у нас много, так что выборка достаточно репрезентативна. Не вести себе, Кирюш. Мы сейчас, ты сейчас не с Верой прежней играешь. У нее фанатов больше. Honey, me, I said.
Спасибо тем, кто нам помогал сегодня. Ну, я, к сожалению, только Антон Николаевич. Ну и не мы тоже. Заходите на нашу группу в Фейсбуке, мы там делаем анонсы концертов, они у нас не постоянно. Вот, это самый простой способ, чтобы всех оповестить. Еще раз спасибо всем.